прошлом году в Сочи прошел пилотный этап федерального проекта «Венчурный акселератор». Трое сочинцев стали победителями и продолжают удачно воплощать свои идеи в жизнь. В этом году запущен новый проект под названием «Бизнес-инкубатор «Море идей». Здесь готовят глобальные проекты к инвестициям. Это достаточно плотный, большой курс теоретических знаний в области формирования бизнес-процессов. Это формирование бизнес-модели, финансовой модели, это работа с экспертами, это работа с так называемыми трекерами, которые в процессе всего акселератора ведут каждый стартап до того финиша. В проекте реализуются две акселерационные программы. Первую запустили в январе, и 14 февраля стартаперы представят инвесторам 31 готовый бизнес-проект в различных направлениях – от фэшн-индустрии до чат-бота-юриста. Их авторы – это более 20 сочинцев – станут резидентами бизнес-инкубатора, который базируется в зданиях Сочинского государственного и Международного олимпийского университетов. Здесь будущие бизнесмены начинают свои первые шаги, а помогают им опытные наставники. Мы как раз создали вот это место для того, чтобы ребята, выпускники университета, не боялись открывать свое первое дело. И наши преподаватели, наши трекеры, менторы, которые работают с ними системно, каждый день, вот мы открыты, люди приходят не только в рамках акселерационной программы, которая сейчас проходит, вот это интенсивное, но и просто в любой день может прийти каждый студент и сказать: а у меня есть бизнес-идея. И мы, конечно, поможем ему от бизнес-идеи. Интересную и глобальную бизнес-идею инвесторам представит и третьекурсница факультета рекламы и связи с общественностью Сочинского госуниверситета Нурия Латыпова. Долгое время ее семья занималась пчеловодством. Нурия решила подумать о диких пчелах и после тщательной подготовки реализовала проект по продвижению отелей для пчел. Подобные необычные строения из подручных материалов есть в Париже и ряде других зарубежных стран. Появлению столь необычных гостиниц поспособствовал целый ряд причин. В первую очередь, в последние годы отмечается снижение количества насекомых-опылителей за счет исчезновения привычных мест обитания и интенсивного использования пестицидов. Обстановка у нас нормальная, в принципе, но если сделать еще лучше, то будет еще лучше, естественно. Тем более сейчас забота уделяется именно только пчелам, которые приносят мед, а диких пчел чаще всего забывают. А они, между прочим, первее всех просыпаются в спячке и разносят пыльцу по всем первым растениям, которые у нас растут в Красноярском крае. Это будет такой проект масштабного характера, то есть не только будет локализован в Сочи. Вторая бесплатная программа стартует в сентябре. До этого пройдут мастер-классы и другие мероприятия с участием большого пула наставников, представителей сочинского бизнеса. Всю информацию можно найти на сайте sochistartup.ru. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.